Приветствую вас, давайте мы с вами для начала разберемся с тем, чего же вы все-таки хотите. То есть, условно говоря, что вам нужно, да? Вот. То есть, к примеру, если вам нужен секс, допустим, то важно понять, как вы хотите его получить, да? То есть, как бы, ну, вот. Важно понять, что вам нужно. Важно понять, как вы хотите действовать. К примеру. А если ситуация, такова, что вам нужен только и чисто секс, вот, то тут, наверное, имеет смысл, да, то есть тут, наверное, гораздо лучше будет, если вы не будете акцентировать свое внимание на девочках, вообще, да, вот именно на девочках вы не будете акцентировать свое внимание, а все-таки рассмотрите возможность для себя либо получить удовлетворение самостоятельно, да, то есть снять сексуальное напряжение снять, вот, либо воспользоваться услугами девушек легкого поведения, да, то есть вот тех, кто этим занимается профессионально, вот, либо сразу изначально ставить вопрос так, что я хочу, то есть как бы я встречаюсь ради секса. Как бы, да? И, собственно говоря, все. Вот я встречаюсь ради секса. Я хочу встречаться с тобой, к примеру, только ради секса. Вы об этом девушка говорите, вот, вот, той девочке, которая вас интересует, вот, и, соответственно, изначально ваши отношения, они выстраивается по такому принципу, да, по принципу, значит, хочу только секса, да, и все, больше как бы, меня, ну, ничего не интересует, либо
есть вариант, значит, как-то вот более к этому вопросу подойти, значит, качественно, да? Вот. И, значит, отношения с девочкой, если вы ну, планируете серьезно, ну, выстраивать отношения, да? Если вам прям вот, ну, нужно, да, это, то вам нужно, конечно, как-то показать, значит, девушке, да, что вы, к примеру, можете быть ей интересны, вот, и соответственно, вот, покажите ей что вы интересны, да, то есть продемонстрируйте ей это, и она, значит, будет как бы с вами, да, вот, то есть ей вы ей понравитесь, да, и она будет соответственно с вами. Вот. Вот, в принципе, такие варианты у вас как бы есть. Вот. Сказать честно, что есть еще какие-то варианты у вас, ну, наверное, нельзя, да, потому что все-таки ни одна из девочек, да, не захочет быть просто телом, да, например, ну, для вас, вот, ни одна из девочек этого не захочет, то есть обязательно нужно будет что-то делать, да. Обязательно нужно будет как-то себя проявить. Вот. Значит, вот, в принципе, то что можно вам сказать, в принципе. Для, соответственно, более подробной информации вам нужно будет рассказать свою историю. То есть совершенно очевидно, что вот секс-то вам как бы хочется, да, вот, как это сделать, да, то есть не получается. Ведь, конечно, в идеале, вот, идеально вообще было бы, если значит, ну, идеально было бы, если бы вы все-таки не были так сильно замотивированы в том, чтобы, ну, вступать с девочкой в сексуальное отношение. Вот, потому что, ну, для вас это
хуже в таком случае, ну, вам будет хуже в таком случае, вот, ну, такая вот история, такая вот история. Можно, в принципе, порекомендовать перенаправить вам свою энергию в работу, в занятие деятельностью, которая вам нравится, вот. Но здесь, опять же, да, здесь все зависит от того, чего вы хотите. На самом деле. Вот. То есть, если хотите просто, например, привести себя в порядок, да, это одно. Если хотите именно секса, это немножко другое. Вот. То есть вариантов тут, варианты зависят от ваших задач, да, то, насколько вы насколько вы ориентированы вглубь, да, насколько вы ориентированы вглубь себя. Это, на мой взгляд, очень важно. Вот так, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.